А Бруно Максимович еще и мастерски катался на велосипеде. С Рождеством! А что у вас тут? Здорово! Вот это вот, чтобы не потеряться. Тут правила. Вот, а вот, собственно, глинтвейн. Это человека, который рассказал нам состав. С Рождеством! А мы будем снимать, как снимают передачу. Как здорово! Это живой Дед Мороз. Такой вот красивый. Здравствуйте, здравствуйте, Дедушка Мороз. Нет, почти. Нет, нет. С Рождеством. С Рождеством вас, с великим праздником. Здоровья, радости и вам, и ближним. Спасибо, спасибо. Скоро будет фильм у нас. Прекрасно. Весь хороший, совсем замечательно. Очень хороший. Прям именные у вас какие, бутылочки. Ну, да, собственно говоря. Это я и есть. Это вы, да? Да, конечно. А что, одно лицо? Ну, так и есть. И с разным вкусом, и сухой, и полусладкий. Это все разные сорта, даже яблок. Ну да, мы тоже люди такие, разносторонние, разные. Это очень хорошо. А что делаете? Разносторонние по-разному. Да нет, я имею в виду, что с качествами разными. Можем быть и сухими, можем быть сладкими, полусладкими. Ну, главный вектор исправления в лучшую сторону. Все верно. Да. Ну, всего доброго. Вам всем до свидания. Это медик. Такой вот медик. Это вот чучело мышки, чтобы ее жечь. И вместо мышки пришел бычок. Такое чертово колесо. Видно весь город. Собака. Это конфеты. Видимо, ручной работы. И банки счастья. Вот такие вот. Классно? Как можно мороженое, да? Только теплое. Здравствуйте. Здрасте. Знаете, нам вот такого человечка на палочке? Пряник. Нет, настоящий, не пряничный. Привет, человечек, ты пойдешь с нами. Вы говорите, это настоящее. Да, тут 50% сока фруктов, цитрусовый пекин и сахар. Все натурально. Здорово, спасибо. Красота. Какой сыр большой. Лучший сыр России. Я никогда это боюсь. Она мне не принесет, если она откажется один раз. Коровье с коньяком и парнином. Этот сыр от сырного папы. Деда Мороза мы уже видели, да. А здесь есть Снегурочка. А здесь Снегурочка. Понятно. Только Дед Мороз не признался, что он Дед Мороз. Да, Снегура, из Воронежской области, Снегурочки все приехали. Да, здорово как. Сколько у вас сыров-то, а? Да, у нас камамбер, мягкий сыр белой плесени. Пробуйте. Да, сейчас. Есть белперы твердые. Еще сыры. Прям суперски. Такой очень вкусный шоколад. Такая приятная девушка. Привлекает туристов в Дмитровский и Кремль, а еще Волоколамск, Можайск, Серпухов, Вильнюс.
если жду заказы от плохих журналов и называл его крокодилом. Атмосфера отдыха располагает в романах. Кто это у нас тут сидит под елочкой? Левитан здесь без памяти влюбился в сестру Чехова Марту. Здесь человечек, который сделан из пряника. Но так и не услышит. Приехав в Бабкино, этому человечку предстоит переместиться в одно очень теплое пространство моего живота. В котором органично соединились две стихии – литература и живопись. В общем, из Бабкина вы точно привезете памятный. Очень вкусный был человечек. Радио 1. Первое новогоднее. Повезло человечку. Бутылочка березового сока. Этот человек собирает сок, делает сбитень и делает еще много чего чудесного. Красота какая. Которую приводят разные исторические хроники, сводится к тому, что, копая колодец... Тортики. Ее просторная светлая купальня, обустроенная большим крыльцом, очень гармонично вписалась в эту тихую подмосковную местность. Спасибо большое. Эти самые пончики. Царские, боярские, княжеские и дворянские резиденции. Во многих из них жили, гостили и работали знаменитые русские художники. Здрасте. Здесь они открывали красоту. Спасибо. А можно посмотреть? Смотреть? Пончики. Пончики. Надеемся, вкусно. Здорово. Башни, редкие экспонаты и необычное расположение привлекает туристов в Дмитровский Кремль. А еще Волоколамск, Можайск, Серпухов, Верея. Питание, ярких огоньков и музыки, там регулярно проводится кинопоказ. И это отличительная фишка уютной площадки. В Балашкатане выходные проходят именно там. В хорошую погоду. С Рождеством. Может кататься в районе тысячи человек. Кроме того, там работает большая служба аниматоров. Организуются игры и различного рода развлечения. Какие? Рассказал аниматор катка на стадионе «Зорки» Дмитрий Песков. Какие они интересные. Да, собачка. С цепью. Это маленький. Купи кота. Действительно, кот. Собака? Все хорошо. Собака?